В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что российский военный вертолет Ми-8 в среду вечером 21 мая нарушил воздушное пространство Украины. По данным пограничников, это произошло над границей с Россией в Сумской области. Как сообщается, вертолет пролетал по территории Украины на довольно низкой высоте. Таким образом, констатирует в Госпогранслужбе, российская военная авиация продолжает нарушать воздушное пространство Украины, несмотря на заявление руководства Российской Федерации об отводе российских войск и техники от украинских границ.